Так звучит самая большая страна. Астрахань. Город, где много рыбы. Вам на Н. Новосибирск. Это город, в котором я живу. Я люблю этот город. Это тоже оперный театр. Вам на К. Красноярск. Это были мои первые гастроли в жизни в 14 лет. И я была в тот момент очень счастлива. Плотниково. Хочу заметить, что Плотниково есть как в Новосибирской области, так и в Кемеровской области. Вот наше Новосибирское Плотниково запоминается тем, что в этом населенном пункте соединяются реки Обь и Иня. Вам на О. Омск. Ну, в Омске была резиденция Колчака. К. Калининград. Самая дальняя точка России. Практически в Европе живем. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, туда переехала моя подруга и сказала, что там очень жарко. Вам на У. Устишин. Замечательное, очень красивое место. Там живут очень близкие, дорогие мне люди. Я там бываю каждый год. Вам на М. Машково. Это вот Новосибирская область у нас, ну, запомнился мне, наверное, тем, что он очень зеленый, и сам город представлен как маленькими одноэтажными деревянными домиками, так и пятиэтажками времен Советского Союза. Продолжайте с нами. Мы – часть большой страны. 12 июня – День России.